что? Эх ты! Ну, хватит, хватит. Не прижимайся, вон как в черт слезет. Ничего не поделаешь. Дряхлеем. Потерпи немного. Вот потеплеет, отведу вас на реку. Вычищу, отмою, расчешу. Небось, блох за зиму развелось. О, появились. Ну, безбожник, кто же в эту пору стреляет их, а? Фу! Эй, братец! Где ты, братец? Где ты, чудо, чудо, братец? Сахак. Где ты, братец? Чудо! Какое я сейчас видел чудо! Настоящее чудо! Ну, что еще случилось на этом свете? Настоящее чудо! Я вот так встал на колени, смотрю, а слезы так и льются, так и льются! У кого? У мясника, что ли? А при чем тут мясник? Я после рынка в церковь зашел. А, отец Симон. Ну, это плут известный. Богоматерь плакала, Богоматерь. Отец Симон ее из самого Тифлиса привел. Да ты, весь город, все в церковь повалили. Смотрят на чудо. А ты тут лежишь и хоть бы что. Исаак, взрослый вроде человек. Дитя малое. Опять ты за свое. Я своими глазами видел. Люди говорят, возмездие пришло. За грехи наши скоро конец света. Богоматерь плачет. Ведь это же чудо, чудо. Вот чудо, Исаак. Они проделки отца Симона. Тот сумасшедший тебя ждет. Яблоки с собой возьмешь? А беженцев много? Много. Конца края не видать. Бегут и бегут из-под турка. Надо им еды послать. Позови звонаря Антона. Скажи, чтоб с телегой приехал. Что же ты меня не узнаешь, Мушех? Это же я, твоя сестра, Нунуфар. Господи, верни ему разум. Вспомни меня, вспомни мою свадьбу, Мушех. Помни, как ты не хотел, как ты встал на пороге и сказал: это моя сестра. Не хочу, не пущу. Она останется жить в нашем доме. Ушеча, ты моя сиротинушка. Ушеча, родненький. Я тоже не могу забыть турецкий ятаган, кровь нашей матери, отца нашего. И отводи от меня глаз, мои родные глаза. Долина наших отцов выпал красный снег. Один ты остался у меня в этом жестоком мире. Никого у меня больше нет. Неси деревья домой. В ночь на понедельник будут заморозки. Стужа хуже топора. Заморозки. Thank you.
Сегодня Богоматерь больше плакать не будет. Сегодня Богоматерь плакать не будет. Завтра приходите на утреннюю службу. Сегодня Богоматерь плакать не будет. Сегодня Богоматерь плакать не будет, Мартин. Завтра приходи. Что? Глядя на них, у нее слезы высохли? Устройство работает всего 3 часа. Кто верует, не видя. Опоздал ты, сын мой. Разве звонарь Антон не сказал тебе, чтоб ты пожаловал завтра? Симон. Все не повзрослеешь никак. В игры играешь. Кому твое чудо нужно? Всем, сын мой. Всем. Тебе, может, и нет, но ведь ты не один на этом свете. Раз в 50-100 лет людям нужно, чтобы кто-нибудь прошагал по морю, исцелил больных, умер и воскрес. Без чуда человек жить не может. Слышишь, до чего нас турок довел? Покойники есть, а ты говоришь, в игры играю. Я был бы счастлив в игры поиграть. Но сейчас не то время. Другое время. Нет, не кори меня. Я не играю. Оглянись вокруг, Мартин. Они должны выжить любой ценой. Ничто не остановит меня, на все пойду. На ложь, на подлость, даже на убийство. Лишь бы жили они. Потому что смерть каждого из них – наша смерть. Слушай, братец, как этот сумасшедший мушех угадывает, тепло будет или холодно, а? Или дар у него особый? Что же получается? Какой-то ненормальный умнее нас с тобой. Почуял заморозки за несколько дней. Нет, неправильно этот мир устроен. Неправильно. С тобой не посоветовались, как этот мир устраивать. Ты лучше еще хворосту принеси. Жизнь.
Молодец твой муж. Прямо по мне сшил. Невелика услуга, отец. И ты молодец. Вот по воскресеньям приходите, и дом снова становится домом, как при жизни вашей матери. Сергей, мама, Сергей! Дедушка, хочешь, я у тебя останусь, а? Нет, малышка. У тебя здесь нет подружек. Затоскуешь. Приехал. Ну, мертвые, не ели, что ли? Опля! Ну как, хорошо? Очень хорошо. Гевур, Гевур, да что же вы так? Сейчас она слезет. Вставай, дочурка, вставай. Пошли, пошли, пошли. Не надо плакать, не надо. Не обижайся. Это же твои братишки. Эх вы. Пошли, пошли. Видала этого облезлого партняшку? Даже не поздоровался. Ведет себя как хозяин. Ходит сюда. Ничего, походит и перестанет. Как ты, Ангин? Как жизнь, папаша? Живем. Дай Бог тебе здоровья. Мы же с тобой родные люди. А ты ведешь себя как чужой. Даже обидно. Ну, да. Никогда ничего не попросишь. Я ведь не последний человек в городе. Сам пристав ко мне в лавку ходит. Начальник вокзала бывает. Да, знаю. Если есть яблоки на продажу, скажи, покупателя пришлю. Отец яблоки в церковь отослал. Это что, отец Симон яблоки стал любить? Нет, беженцам послал. Только всюду и слышишь, беженцы. Заполнили страну, просто житья нет. А где их защитники? Где их братья, мужья, сыновья? Песни о храбрости распевают. Я неверно говорю, папаша. Голос твой неверный. Как это? Голос чужака. Вот тебе подарок, папаша. Каждый день пей, продлевает жизнь. Ну, ты и скажешь. Голос чужака. Ну, да. Ноэм! Иду! Ты что, не соображаешь? Возьмись за что-нибудь. Да, конечно. Ну и грязь же была. Наверное, не мыли после матери. Что еще сделать, отец? Спасибо, спасибо. Стол накрывайте в саду. Давайте сегодня, как в былые времена, пообедаем вместе. Не могу, надо в магазин. Сегодня воскресенье. Народ так и валит, самая бойкая торговля. Крепись, папаша. Если что надо, говори. Идем. Сейчас. Видишь? Твоя сестрица даром времени не теряет. Приходит сюда, ухаживает за ним, прибирает, стирает. Тысячу раз тебе говорил, это должна делать ты. Ты!
Раз нет сына, значит, наследница, старшая дочь. А ты что? О, опять он спит. Да, партнершка мне что-то не нравится в тихом омуте. Поумнее надо быть, мадам Ноэ. Поняла? Поехали. Ну, ну, пошла. Ноэ, отодвинь. Ешьте, стой. Эй, вы, сукины дети, сейчас вам уши надеру. Ничего, внученька, ящериц бояться не надо. Не змея же. Ящерица вреда не приносит. Я помню, как мы их в детстве ловили. Схватишь, а в руках только хвост остается. А если ее поймать, можно хвост приставить? Ты ее сначала поймай. А Сагак где? Он в саду спит. Разбудить его? Не надо, пусть отдыхает. Он всю ночь сад караулит. Ты лучше ешь. Отцу бы лучше помог, а не профессор из себя изображал. Слушай, он слов пять за день выговаривает. Что такое? Что? Держите его, держите разбойника! Ой, какой сон! Приснилось, что воры в наш сад забрались. Как будто яблоки поспели и висят такие красивые. А разбойники со всего света к нам залезли и грабят, грабят. Побегайте. Ты тоже. Сад, иди пообедай. Ну что ж, пойду. Как тебе отказать? Берись теперь за это. Хорошо. Что делается? За всем глаз да глаз нужен, эй! Марья! Марья! Что, братец? Ты кого привела? Она же ни черта не умеет. Деревья мне попортит. Беженка она, братец Мартин. Нищая. И потом ты сам сказал, мы вдвоем не справимся. Да, царство небесное, совет. Всегда помогала. Нет, ты посмотри на нее. Что она вытворяет? Ты...
что, ненормальная? Кто так рвет? По одному надо. И спелые только. Зеленые никому не нужны. Кто их купит? И аккуратней. Вот так. Ну сколько там? Один пуд, а дальше не пойму. Один пуд и 4 фунта. Дай сюда гири. Ну, так и есть. Сагак. Сколько тебя, не учишься в бестолку? Да ну тебя. Шестьдесят 3 и 4. 67 и еще 3. Сагак. Тоже мне мужчины называетесь. Не кормили вас, что ли? Отойди. Сейчас закончим, и надо что-нибудь пожевать. Обед есть? А когда его было готовить? Тут нет времени голову почесать. А из них никто не может? Ну, хотя бы эта молодая. Она вроде чистоплотная. Я проголодался. Или так вкусно? Ансак. Давно мы так не ели. Как будто готовила сапет покойная. Ты помнишь, какую она делала туфту? А? Каждая штука, как моя голова. Еще какая работа есть? Кто тебя научил так готовить? Откуда ты родом? Из Муша. Муш. Вам. Битлис. Твое имя тоже красивое. Нунуфар. Я могу... Куры, сходить зелени поискать. Тогда еще вкуснее обед приготовлю. С этого дня готовить будешь ты. Молодец. Сак, завтра возьми у Абакума говядины. Получше выбери. Ну, в этом деле я понимаю. Хорошо, что есть кому стакан воды отцу подать. А то, как уйду в сад дома, все вверх дном. Эти изверги меня в могилу сведут. Я ей не велела много зелени в суп класть. Отец не любит. По-моему, она чистоплотная, нет? Главное, чтобы на руку чиста была. Я так отцу и сказала, присматривай, чтоб чего не стащила. Потом ищи ее. У нее ребенка и мужа турки убили. Да просто его. Давай еще копать. Гоняй! Отец, а турки кто они? Люди. Идем, дочка. Идем, идем. Thank you.
Спасибо тебе, Сагдя. Пусть благословение беженцев хранит дом ваш. Эй, пошли, пошли. Смотри, не растеряй по дороге. Хорошо, хорошо. Чудак. Что ты дуешь, а? Не ворчи, не ворчи, нормальная вода. Она и так холодная. Мой, мой, терпеть не можешь. Ничего мой, по-людски о, сделать не может. Мой, помню, покойная Сапет, я голову мыла. А? Так у него не хочешь, вода была, я околел, а просто талый снег. Ну, хорошо, толковый. Я же ничего не терпел. Вот так, так, хорошо. Подогреть нельзя, а? Ага, хорошо. Еще какая работа есть? Надоело мне это. С каких это пор я банщиком заделался. Иди, полей ему, а я пока дров в костер подложу. Иди. Собак купал. Что случилось? Как говоришь, тебя зовут? Пойду. Да, конечно. А то, может, останешься? Собак вечером полно. Ждать будут дома. Дома? А кто у тебя есть? Одна я. У Ирисан живу в чулане. Все равно тебе завтра приходить. Ступай вон в дальнюю комнату и спи себе. Боюсь я. Чего? Не привыкла оставаться у чужих. Глупая. Не привыкла. Боится чего-то. Так. Сагак, проводи Нунуфар до русской слободки. Темно совсем. Конечно, братец. А как же? Арбуз сладкий, как сахар. Из Армавира. Арбуз.
А это вот наш офсеп. Здравствуй. Вкусные баклажаны, очень хорошие, свежие. Нет, этот не надо. Дядя, надолго мы берем. А, этот давай, давай. А. Дяденька, подай чего-нибудь, есть еще хочется. А, вай. Сейчас денежку дам тебе. На, сыночек. Несчастные дети. Сколько их развело, сирот, беженцев, сколько? Ай-яй-яй. Арбуз, арбуз. Да. Сладкий, как сахар. Ага. И, ага. Давай. А, и тебе. А, хорошо. Шесть туда, а бежь туда. Встань, говорю. Ну, что ты лезешь? Дай, что говорю. Приветствую тебя, папу. Как поживаешь? Слава богу, не жалуюсь. Вот и хорошо, вот и хорошо. Говядину мы всегда покупаем у Абакума. Такой жулик вместе с мясом свой кулак взвешивает. Так что ты гляди в оба, смотри. А вон и Наргиз идет, старая дева. Фи, не свежая. Нет, не надо. Сама ты не свежая, кукушка. А вон начальник вокзала идет к Артушу. Теперь будет у него сидеть до прихода следующего поезда. Здравствуйте. Здесь вы, пожалуйста. Прошу, прошу. Сагак, подойди-ка. На этой беженке платок моей матери? Да. Да. Платок Сабет. Сегодня я ее во сне видел. Как раз в этой шале. Тащила? Нет. Братец подарил. Как? Мать умерла, а он беженке ее вещи дарит. При чем здесь я? А тебе вообще никто не говорит, болван. Где он? У себя. Позови. Слушаюсь. Ну, что случилось? На этой беженке платок матери. Здравствуйте. Сестрица Нунуфа. Чтоб ей пусто было, этой сестрице. Материны вещи дарит, кому попало. Папаша? Да, подумаешь, пару тряпок выстирала. Наверное, влюбился старик на склоне лет. Ты что несешь? Разве может такое быть? Конечно. Вон нашему соседу 70 исполнилось, а он новую жену привел домой. Все бывает. Мой отец такого не сделает. Не сможет. Брось ты. Зовет тебя. Подождет. Хорошо, хорошо. Что, твой отец святой, епископ? Епископы, кстати, тоже влюбляются, а ему уж... Какой позор! Уж лучше бы он умер вместо матери. Как теперь людям в глаза смотреть? Я не переживу этого. Ладно, ступай. Артур! Чтоб тебя... Иду, не ори. Да, заполняется. Ты бы видел, как она ковры ткет. Какие ковры?
я. Она на базаре уселась за станок и пальцами как начала, вот так, вот так, вот так, вот. Говорит мне, руки истосковались. Ее мать научила ткать ковры. У них все ткали, и бабушка, и прабабушка, все! Запарился. Самовар кипел, пить хочу. Как поживаешь, папаша? Давненько у тебя не был. Небось, думаешь, куда это мой зять пропал? Пусть я только зять, но люблю тебя, как отца родного. А это кто? Как тебя зовут, сестрица? Ну, Фаш. Нунуфар. Красивое имя. Как дела твои, папаша? Яблоки хорошо берут. Если нужно, пришлю покупателя. Только дай мне знать. Ну, я скоро приеду, папаша. Возьму с собой Ноэм, детей. А ты будь молодцом, дорогой. Сестрица, за папашей и за домом хорошенько присматривай. А? Какой вор сюда сунется, пока ты здесь? Thank you.
Здравствуй, отец. Здравствуй. Что случилось? Пойдем в дом. Поговорить надо. Как дети? Здоровы? Да, здоровы. Только, пожалуйста, не перебивай нас, отец. Сначала выслушай до конца. Мы же твои дочери, твои родные дочери. Когда тебе плохо, и нам плохо. Разве не так? Так. Для чего ты пустил в дом эту беженку? Люди такие вещи говорят. Ты редко выходишь из дома, поэтому ничего не знаешь. А я знаю. Такое говорят, что я готова сквозь землю провалиться. Что же они говорят, Ангель? Пусть Ноэм скажет. Можно подумать, ты ничего не слышала или онемела. Воровка, говорят. Да еще какая? Вот однажды проснешься, глянешь, а дом пустой. Если б только воровка, а то за тебя, отец, обидно. Гулящая она, с кем только ее не видели. Что, не так? Не знаю. А ты ее одеваешь, наряжаешь, материны вещи ей даришь. А люди все видят, не на острове живем. Слухи ходят, что ты собираешься жениться. Одумайся, отец. Наше имя, память нашей матери, нашу честь. Все хочешь с грязью смешать. Ноэм, доченька, сколько тебе сейчас лет? 5 решил нищенку посадить. Ноги нашей в твоем доме не будет, если ты это сделаешь. Слушай, красавица. Я тебе не враг, зла не желаю. Отец пожалел тебя, дал донашивать вещи матери. Ну что ж, пусть, ты ведь нищая. Слушай меня внимательно и не забывай, что меня зовут Ноэм. Уходи отсюда. Если тебе нужна работа, я подыщу. Чтоб завтра же твоего духу здесь не было. Отец твой меня не отпустит. Силой он тебя удерживать не будет. Очень ты ему нужна. Если завтра не уйдешь, я все здесь переверну. Беженка несчастная. Я должна снимать квартиру. А ты здесь будешь хозяйкой? Уйду. Сегодня же уйду.
Куда ты? Мир большой. Что случилось? Я тебя обидел? Нет. Если я в жизни и видела хорошие дни, они прошли в твоем доме. А ну иди, иди. А ну пошли, иди. Им вот это нужно? Вот эти тряпки? Пусть берут! Пусть берут! Им дом этот нужен? Пусть по частям разнесут! Я пойду. Иди! Ты тоже иди! Все уходите! Что за собачья жизнь? Деревья и те не могут жить без тепла, не могут жить без солнца, без дождя, без света. Они хотят цвести, свободы просят. Когда я здесь появился, братец совсем молодой был. Думаю, дай поучу его уму-разуму. Потом как-то привык к нему, и покойная Сабет сказала, не уходи. Так 20 лет прошло, и грех жаловаться. Плачь, говорю, ты же не каменная. Так, так. Помоги отнести он домой. Слава Богу, уснула. Тихо.
Даже ночью покоя нет. Не дети, а наказание Божье. Чтоб у вас руки отсохли, родила на свою голову. Сукины дети! С завтрашнего дня меня больше нет. Сами все будете делать, я вам не прислуга, понятно? И так не жизнь, а мучение. Бандиты, хоть бы мать пожалели. Замолчите! Что ж получается? Беженка в отцовском доме нежится. Оно им тут. Ты что думаешь, если она за него замуж вышла, так наследницей стала? Ошибаешься. Наследники его дети. В первую очередь ты. Дом и сад будут наши. Надо подождать. Все ты знаешь. Представь себе, я времени напрасно не терял. Писарь Саркис мне все законы объяснил. Хоть 100 раз пусть женится, это ничего не меняет. Единственное, что, если и ребенок, не дай бог... Этого еще не хватало. Правда, в таком возрасте. Смешно об этом даже думать, так что беспокоиться нечего. Сегодня Саак яблок притащил целую корзину. Говорит детям. Сердце кровью облилось, как будто милостыню мне подали. Я не взяла. Ну и зря. Когда ты поумнеешь, мадам моя. Эх, Артуш, сложная вещь эта жизнь. А ты думала, по-твоему, мы в этот мир явились только изюм есть, да? Подожди, Артуш, дети еще не спят. Сейчас от тебя перышки полетят. Угу. Ну что за человек? Ты давай, кто так кидай, играет? У меня кого все ты правильно. Я, слава богу, умею играть. Больше в жизни не сяду с тобой за нарды. Испугал, как будто мне очень надо. Вот жулик какой. От жулика слышу. Что случилось? Ничего, гроза на улице. Грома испугалась. Не ходи в церковь, говорил же! Из дома твои молитвы до Бога дойдут. Не запрещай мне ходить в церковь. Ты странная какая-то стала. И голос у тебя изменился. М? Я не могу туда не ходить.
как же мне? Значит, я... Ты теперь должна беречь себя. Ничего тяжелого не поднимай. Сак, что ты принес? Я просил вина. Как? Нет, ты чаю просил. А сейчас хочу вина. Так и говори, за нами дело не станет. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Благословите, Отец. Да пребудет мир в вашем доме. Да не вернется от вас. Привет, святой Отец. Христос воскрес. Воистину воскрес. Этих припасов на целый год хватит. Благословенно воскресение Христово. Бери, не буду целовать твою Евангелие. Не им ли ты венчал моего отца? Чтобы отсох твой язык. Пусть отсохнет. А я сказала и буду повторять. Греховно, греховно, греховно твое Евангелие. Побойся Бога, дочь моя. Господи, что ты сказала? Сатана в тебя вселился, Ноэм. Крови жаждешь. Боюсь, что и молитвы тебя не спасут. Видела эту потаскуху. Кто бы мог подумать. Тяжелая стерва, подол у нее задрался. Ты не ошиблась, Ноэ. Ну да, как же? По-твоему, я не женщина? Стой, кричу, мерзавка бесстыжая, она ни в какую бежать от меня. Ой. В таком возрасте бывают дети? А ты что сидишь, как в рот воды набрал? Тебя это несчастье не касается? Я в чужие дела не вмешиваюсь. И вам не советую. Он не чужой нам, он наш отец. Муж твой, как из дерева сделан, прости меня, Господи. Странная ты. Сама говоришь, отец. Вам бы радоваться, что он еще полон сил, не одинок. Что вам сделала эта бедная женщина? Ведь он любит ее, счастлив с ней. И слава Богу, новый человек на свет появится. Божье наказание эти дети. Мартин Геворг, я шкуру с вас спущу. Ангин, сестра твоя пусть поступает, как хочет. Но ты в дела отца не вмешивайся. Ладно? Так, запел. Лай-л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 ай
Варкошикес, Варкошикес, Ватиц Герецик Машикес. Будьте осторожны. Что? Я сказал, будьте осторожны. Скользко А ну-ка, погоди! Стыдно, но... Не стыдно! Я разве не велела тебе уйти из отцовского дома, а? Ноэм, не надо. Не желаешь разговаривать со мной, да? Ты зачем нас злишь? Ходишь в одежде матери, ты нарочно делаешь? Пусти. Пусти. Она издевается. За что? Прошу, не трогай меня. Змея. Ай, горе-то какое. Что же это? Нунуфар. 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 Вставай. Нунуфар. Вставай, родная. Поднимайся. О, о. Что-то ее долго нет. Колокола отзвонили, служба кончилась. Посмотри, не идет ли? Сейчас. Швабы уже куда запропастилась. С голоду помереть можно. Осторожно. Приехали. Еще.
Помоги, Саак. Идем, милый. Что с ней? Что с ней? Успокойся, ничего страшного. Сейчас полежу немного, и все пройдет. Что случилось? Почему ее ведут? Не знаю. Все пройдет. Она просто плохо себя почувствовала. Нечего тебе здесь делать. Выйди. Бога не бояться. Разве так можно толкнуть женщину? Она же вот-вот должна родить. Кто Саак? Может, это неправда, братец. Может, извозчик набутал что? Кто это сделал? Ноэм твоя. Бросилась на нее и... Зачем обманываете? Что же это? Что же это? Проклятие над моим домом. Нельзя сюда, братец. За что мне такое? Ты на нее не сердись. Она нечаянна. Я сама виновата. Мальчик мертвым родился.
Доктор, будет жить. Один Бог знает. Не печалься, пускай твои глаза всегда сухими будут. Жаль, дерево незаконченным осталось. Спасибо тебе. Слава Богу, уснула. Умерла.
Папаша, как у тебя рука поднялась? Что с тобой? Опомнись, папаша. С ума сошел? Отец! Ночью, дети, будет мороз. Не оставляйте деревья в саду. Домой унесите. Будут заморозки.